пока голосуйте, я попью чаечек. Что мне, наверное, больше всего нравится в этом твич-моде, так это стартовое создание колоды. Астролябия, пожалуйста. Мне кажется, хуже всего это змей воздушный со старта. Кстати, очень имбовый старт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Можешь шипы взять? Девять. Как-то неправильно посчитал. На одну карту не досчитался. Дефа маловато. Зачем, кстати, кнопка подтвердить, если нету кнопки отменить? Наверное, просто так. О, ключ, кстати, неплохо. Ну, типа, энергия со старта. А, глаз чешется. Наверное, лучше, чем даже эктоплазма. Потому что так я могу хотя бы проклятие удалять. Чем больше файтов, тем теоретически хуже мне. Но я как бы голду собираю. Ладно, пофиг. Атаки забыл тирч? А, кстати, да. Неправда, атаки забыл. Ну, это небольшая проблема. У меня есть талант, который мне будет давать атаки. И шипы есть. Что-то да, кстати, про атаки это я совсем забыл. Я привык, что атаки есть стартовые. И сам их не взял. Ну, нормально, нормально, это можно выиграть, все хорошо. Это изи выигрывается. Ноль проблем, чат, ноль проблем. Буду заточками убивать. Привет, жопы меньше, чем три. Привет, сосны котяра, спасибо за 50 рублей. Юра, тебе настолько роль твоя понравилась? Какашечная. Вкусный чай. Наберем атаки. Ну, конечно, чего от вас еще ожидать? Концентрацию. Разумеется, концентрацию. Деф беру, потому что ты знаешь, что потом дефа не будет. Это, по сути, весь мой деф, который я сейчас набираю. Давайте еще прокрутим. Нормально. Двое шипов. Привет, привет. Без понятия, зачем я что-то сбрасывал вообще. Ты выберешь Пок или Поггерс? Я бы выбрал Пек, но я его не нашел в смайликах, к сожалению. В принципе, это единственный смайлик, из-за которого можно накатывать эти аддоны. Спасибо, реквизит, за сап. По-моему, Твич совсем с ума сошел в плане ресабов. Я точно помню, что ты недавно ресабался, и я точно помню то, что я недавно на тебя два раза ресабался. И сейчас у меня даже стрик не отображается в окошке. Ну да ладно, пофиг. К этому можно было бы уже привыкнуть за столько времени. А, нет, кстати, у меня стрик не отображается только в окошке Donation Alerts. Интересно, можно ли вообще выключить в Donation Alerts отображение сабов? Я пропустил прошлый стрим, до какого момента ты дошел в МК-10?
мы были во внешнем мире. Я точно помню, что я избил Котелькана. Я, правда, не помню, на ком мы закончили играть, если честно. Где-то возле Кунзыни. Где именно, не помню. У чата спроси, я думаю, он помнит. Хочу ли я убивать элиту? Да вообще, наверное, да, мне зелье крутое. Очень хороший старт, просто великолепно. Стоп. Вы взяли еще одну подсечку, чат. Вы уверены, что вы делаете правильно? Вы точно понимаете, что вы делаете? Вы мне помогаете. О, как круто! Просто охренительно! Следующий ход можно разыгрывать. Будешь Дельтарону проходить? Возможно, когда полностью выйдет все, что там есть. Да, все правильно, ну посмотрим. Так, можно начинать. Даровеньки булы, а когда трюфель в терке появляется? Я серьезно. Погоди, трюфель это НПСник, да? Я помню все, что с ним связано, это то, что нужно построить ему хату, которая будет находиться в грибном биоме. А какие именно условия, если честно, не могу вспомнить. То ли после убийства Реброна, то ли чисто где-то в этом промежутке времени. Я реально забыл, я не помню. Удивительно, как много я наиграл в эту игру и как много я о ней забыл. Так, можно концентрацию реализовать в этот раз. Шикарно. У меня еще шипы на 6. Ну, кстати, маловато с двух шипов. После Плантеры разве не? После убийства всех мехов Тидж? Да? Ну, может быть. Спасибо большое за донат. Мы с учителем смотрим стрим. Передаваем ему привет. Там было порвано за подсечку и какое-то говно. Выпала подсечка, понял? Я пропустил, видимо. Интересно, что же выберет чат, кульминацию или кульминацию? Я, кстати, ни разу ее не разыгрывал. Я никогда не пытался ее разыграть. Потому что я знаю, что это очень сложно. Но вообще, как челлендж, можно было бы себе поставить цель. Разыграть кульминацию, конец. Под нее надо много добора, наверное, пирамидку. Что-нибудь такое. Либо талант, который позволяет сохранять карту в руке. Сколько она дамажит при заточке? 60. Понятно. Шипы докачать слабые очень. Что за музыка? Это Wild Way. Сообщи из команды Music. Я уже говорил, то, что в последнее время подсел на них прям конкретно. Знаете, я пока даже концентрацию брать не буду. У меня 3 сальта назад и адреналин. С приливом сил. Она ведь реально неплохо заходит сюда. Ой, я забыл про, про проклятие. Ладно, нормально. Еще бы шипы, не? Еще. Окей, концентрация. Ну вот, кстати. Уже не разыгрываю никак. Сколько я получу энергии вообще, две? Может тогда вот так? Он написал «Мать жива!» Он написал «Мать жива!» Чувак! Я тебя забанить готов за такое, ты сумасшедший? Зачем ты пишешь такое? Если быть точным, ты меня, наверное, это не забавно. Но все же сегодня годовщина для меня. Тебя я смотрю уже третий год. Бан, по-моему, справедливо, да? Стрима, и спасибо за эти них. Бан. Весь чат за бан пишет, понимаешь? Но у меня настроение сегодня неплохое, я проснулся, я довольный, поэтому можете пока что ему тайм-аут дать. Дайте ему, пожалуйста, тайм-аут. Модератор есть, спасите, умоляю. Я подумал, что трек тот же самый играет, на самом деле, походу, я его вчера слышал много раз, походу. Господи, Тишка, как же донатил, не донатил. Та-та-та-та-та.
Нет, Карнекс, я тебя помню. Знаешь, что я тебя помню? Потому что есть ютубер с ником Кернекс, поэтому я тебя не могу забыть. Здорово, Карнекс, да, я тебя реально давно вообще не видел. Я уже и забыл о тебе, но в плане... Не ник твой забыл там или еще что-то. Имеется в виду, давно не видел. Очень. Ты понял, что я пытался сказать. Привет, рад тебя видеть. Эта коллада довольно прикольно прокручивается, мне нравится. И опять кульминация не вовремя. Давайте еще прокрутим. Зачем, не знаю. Если он тебя убьет, то не бан. Да и не собирался его банить, тайм-аутить. Забавно. Почему я шквал кинжалов не разыграл? Что было с Лебардой когда-то давно, меня тогда на стримах не было. Да ничего, он просто консерит иногда. Поэтому он на YouTube перебрался. Ну, его здесь забанили, он на YouTube сидит. Кстати, там он вроде себя нормально ведет, когда заходит. Чё так рано? Привет, ЗНК, да не знаю, еще бы и нет. Странная кульминация, пожалуйста! Блин, я бы мог ее разыграть, если бы карты сейчас были подходящие в руке. Привет, что случилось, кому бан за что? Да просто парень не особо хорошо пошутил. Где моя энергия? А, понял. Понятно. Лебарда в чате сидит по 15 минут, пошли два раза, почилит и уходит. Ну, кстати, да, я его в последнее время тоже не слишком часто вижу. Я помню, что ты говорил про ютубера с похожим ником, но, честно, я не плагиатил. Да я ж ни в каком плагиате не обвиняю. Никаких проблем. Ты блебанулся, чё от экрана? Блёп. Надо, наверное, ложку доставать из кружки, когда я чай пью. Привет, Сирмориан. Здорово снова. Блин, люблю чай, но когда я его пью зимой в этой квартире, я начинаю потеть, мне становится жарко. Окно открываешь, становится холодно, поэтому чай сомнительная штука в этом плане. А я что-то не понял, погодите. У меня есть проклятие сомнения, но разве я доставал его хоть раз в прошлом файте? Наверное, потому что... Я понял, я его не доставал, потому что это мод на мимиков. Все понятно. Концентрацию качаем. Она заходит в этой колоде. Реально заходит. Можно еще элиту убить, наверное, вместо костра. Давай возьмем денег. Если концентрация придет, будет идеально. Я бы, наверное, полностью задефлился, поэтому минус шипы. Нормальный ход. Не, нормальный ход. О, перехитрить, вау, у меня так мало энергии было. Хотя, как посмотреть, я смог сбросить проклятие. Саша, жалко, Сашенька, Саша. Вы про то, что я потею, или про то, что я ее убил в игре? Если пот, то она уже привыкла. Я только сбрасывал эту херню. Твич, привет. Есть пара вопросов. Точка, что кушал и что думаешь по поводу Borderlands? Суп картофельный ел. Довольно вкусно. Borderlands? Крутая гриндилка, если есть с кем поиграть. Желательно таким крупным стаком. Человека 3-4 минимум. Нормально отношусь, но самого не то чтобы сильно цепляет. Мог кульминацию сыграть, да? Мог разыграть кульминацию? О, фак. Ну ладно. Видимо, пропустил. Это от того, что я не привык с ней играть, наверное, поэтому я ее не разыграл.
Спасибо, морковка, за донат. Привет, кстати, Шидуфиаш, сегодня весь день будет стрим, не знаю, от настроения зависит. Все всегда зависит от настроения, наверное, и от сил. Но сил, типа, у меня много, я спал долго. Я уже снова восстанавливал график. Не знаю уже в какой раз. Прошлая попытка восстановить график закончилась тем, что я спал, сколько там, 20 часов или типа того. Я перестарался. А, прилив сил на эту херню. Можно все еще рискнуть и попытаться вытащить концентрацию. Давай. Фак. Но попытка была неплохая. Добор хоть и неплохой, но этого не хватает. А, очко. Там на одну карту больше, чтобы я разыграл кульминацию. Фак. Да блин, она бы сейчас супер круто зашла. Чёрт, да ладно. Реально обидно. Я должен ее разыграть сегодня, я просто обязан. У меня нету трех карт, да? Нет, есть. Я могу сделать вот так, вот так. И вот так. Отлично. Окей. Нормально. Ты не сыграешь, но ну, может быть не на вас, но когда-нибудь точно сыграю. Твича с ютуба не виден ему, да, только с твича. Ты вот на экране появился, видишь, нет? На экранчике. На экранчике. Шипы выиграют этот забег. Применяется очень сильная карта, которую многие недооценивают. Что насчет подобрать много сбросов в колоду, чтобы можно было часто ее разыгрывать. Так там и добор нужен. Ее не то что недооценивают, ее просто сложно разыгрывать, вот и все. Фака-фака, еее! Я, по-моему, очень мало урона словил, либо вообще его не получил. Мороженое! Очень хорошо зайдет. Наказывать тебе чатик или помогает, пока непонятно. Фака-фака, еее. Надо бы хотя бы с БТТВ 5 слотов заполнить гифками. Для начала. Потом уже буду разбираться с этим неработающим плагином. Франкерфейс. Забыл название. Окей. Вот так, наверное. Мороженое прям, ну, супер хорошо будет здесь, реально. Могу еще раз это сказать? Ну, время в будний день ты выбрал? Да бывает, бывает. Я думаю, многие будут удивляться до этого. Ну, это, кстати, далеко не первый дневной стрим. Летом, по-моему, такие были раза три, четыре, наверное. Или меньше. Не, явно меньше. Ну, раза два точно было. 8 энергии. Надо еще набрать карт, чтобы было куда сливать энергию. Что-то дорогое. Почему над монстрами написаны ники? Потому что это люди из чата. Они, если будут писать сообщения в чат, то они будут это делать в игре даже. Привет, трубушка. Окей. Вы, кстати, взяли очень хорошую карту, если что.
Я не знаю, вы зарофлили или случайно это сделали? Прилив сил двойной тоже крут, кстати. Я не знаю, много чего градить надо. Давайте начнем с прилива сил. Если помимо рока другие любимые жанры музыки, не сказал бы, что... Вау. Че, сек, погоди. Я сейчас добираю две карты, на следующий ход я играю кульминацию. Пог! Я играю кульминацию на следующий ход, чат. Что вы скажете на это, а? Обалдеть. Наверное, даже энергию сыграю вместо шипов. Смотрите, этот момент настал. Первая кульминация в жизни Ти-Джоя. Бам! Сразу разделил. Прикольно. Окей, нормально. Очень больно. Бля, что-то хотел сказать и забыл, что. Про музыку что-то, да, говорили? Я не договорил, по-моему. Короче, лоу-фай мне нравится очень. Лоу-фай нравится... Рэпкор нравится. Наверное, рэпкор, там, хардкор, вот это все можно под рок подвести. Если не быть занудой, да? Наверное, возьму энергию на next ход. Не знаю, зачем мне столько энергии, но и ладно. Надо было прилив сил сыграть. Косяк. Сомнения напрягают, мешает сильно. Дабстеп, кстати, люблю. Как бы его сейчас никто не слушает, но мне все еще нравится. Оцени потом новый альбом Атилу Бомба. Да мне уже все говорили, но я Атилу не люблю. Не очень разделил, кстати, да, разделил слабенько. Ну, типа, главное было сыграть кульминацию. Там можно было не юзать уязвимости, сыграть кульминацию, а потом еще урона довести, но как бы... Это игра без возвышений. Поэтому какая разница. Сука. Что это за реликвии? Одна лучше другой просто. Три говнища, три говнища. Чат, пощадите, пожалуйста. Пощадите. Пощадите. Чат пощадил. Или нет? Через секунд. Пощадил чат. Главное, что они взяли змей. Это самое главное, потому что вот с вот этим играть невозможно. Хотя с моим добор... я даже не знаю, на самом деле... Был бы настолько змей плох, как 4 проклятия в колоде? О, фак. Наверное, пойдем по вопросам. Кошмар. Кошмар! Какой же кошмар просто! Играем... Нет, не играем, наверное, застывший. Фак, у меня же... Какое дерьмо я сделал! Какое же я сделал дерьмо. Можно выпить по приколу призрак в банке. Проверка нового алерта. Как в смысле, на 68 всегда был такой алерт. Шипы. Безответная, без остатков. Спасибо за инка за 68 рублей. На 68 тоже сам алерт, я не менял ничего.
Нам конец, птицы. Я не готов платить за все, что есть. Его не стоит атаковать. Вот так, наверное, сделаем. ГГ. Нажали мне на стейка? Я думаю, нет. Хотя на стейк это круто, наверное, можно взять. Привет, логин кап. Легион топим за решетка 2 из 1. Во всем за реликей ТД. Спасибо, Ripley-chan. Вот как раз ИНК новый алерт. Там есть еще один, несколько измененный. Топим за 2 изи вин во всем за релики и т.д. Но я, кстати, не против едких испарений, они зайдут супер хорошо. Если вы так будете голосовать, я даже за. Спасибо, Ripley-chan, огромное за донат. Преобразовать карту. Ну, преобразовать проклятие точно нет смысла. Булетай может зайти, кстати, тоже. У меня реально неплохие карты. Прям я бы не хотел пока ни от чего отказываться. За сколько изменён алерт? 69. Можешь перехитрить, убрать? У меня так много энергии. Хворь, вообще зашибись. Так, гений тактики был бы крут, кстати. Концентрация еще одна бы тоже была неплохая, если ее апнуть. Зачем тебе булетаем, если у тебя мороженое? Согласен то, что... Согласен то, что не супер круто булетаем играть, когда у тебя куча энергии с мороженого может стакаться, но если типа прокачать застывшее время, оно будет стоить всего лишь 2. Я юзаю кучу. Сальто назад, все 3, допустим, да? Плюс гения тактики. У меня рука из 10 карт, я юзаю булетайм, и мне зашибись. Это звучит немножко хуже, чем я думал. Окей. Спасибо, ЗНК, за донат. Спасибо большое. Эх, кульминация. Ты бы лучше журавля взял, у него самый высокий винрейт в игре. Журавль крутой, не спорю. Но мне хочется побольше добора в этой колоде. Я же не то, чтобы прям ради победы играю. Я же не дива. Раз, два, три... 4, да? Ну, выгоднее. Я забыл то, что у меня двойной... я его прокачал и не использую это никак. Сережка 12DM, спасибо за 120 рублей. В ближайшее время стримы с музыкой и чё-то будут еще? Наверное, нет, потому что я лол удалил. Верни старый. Верни старый, надо за 69. В смысле, вы с ума сошли? Отличный алерт на 69, по-моему. Капец. Почему вам это не нравится, алё? О! 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 А? Что вы скажете на это, а? Добираем кульминацию, но и не разыграть никогда в жизни. Хейтеры сусат. Спасибо за НК еще за донат. Большое. Отличный алерт. Верни старый 69, да вы с ума сошли.
Где котик? Да блин, трубочка вернется, она просто отдыхает, у нее отпуск. Блин, реально голосы только за двойку, что ли? Типа едкие испарения все еще окей, если что. Лёрд крутой, ибо старый слишком громкий был. Вы скипнули в итоге даже, да? Ну ладно. Чё-то ещё не определился, что он хочет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я забыл, что у меня орехалки есть. Да кошмар! Чё за говно? Чё так неприятно? Вложить на трубочки на свои чётки будет контент. Вот и весь добор пришел. К сожалению, я никак не смогу разыграть кульминацию, которая осталась последней в колоде. Вообще, я могу хворь проюз, и он будет пить по ноль меня. Окей. Десятичасовая версия этого алерта кипела. Так погоди, вернуть старый или десятичасовая версия этого алерта? Ты определись. Как же мороженое заходит, жесть. Колода пока что очень сильная. Спасибо, ЗНК. Привет, Рейни Рэббит. Что-то рано стрим сегодня, да? Вот, вышло так. Я не могу вам даже причину назвать, просто захотелось и все. Привет, Кирита Кун. Меткость тоже не так плоха, на самом деле, потому что можно поискать еще шивы. Покопай, может? Фонарек. Очень даже ок. Прям зашибись. Очень сильный добор. Просто пиздос, какой сильный добор. Еще верни старый, давай без говна. Да в смысле без говна? Ты с ума сошел? Опа! Опа-на! Опа-на! А что это он делает? Третий раз! Третий раз за забег, господи, Тич, ты ювелир. Да. Да, это я. Классная песня очень. Когда смотрю на ворот и перекат, всегда думаю, что это метла какая-то. Да, довольно странный арт. Ты же мне это нравится, он такой... Сеоа... Понятно. Оаа... Надо что-то точить или нет? Надо копать. Играем в Майнкрафт. Блях, я опять проклятие получил. Я забываю. Ну, наверное, неплохо, да, их набирать? Наверное, я не знаю. Мне и добор большой, и сброс неплохой. Ну, просто если в первой руке придет много проклятий, то жопа. Надо хворь качнуть.
Надо просто, наверное, копать релики с костра и не открывать сундуки, я думаю. Еще и прилив сил зафейлил, фак. У меня все еще прилив сил активирован. Окей. Тысяча кульминация на имба-им, хотя там 10 урона всего. Ну типа так-то это много, но... Это тролль просто и все. Ужасный ход. У меня еще деф с прошлого хода остался и минус рихалк. На самом деле под рихалк ворот и перекат говна. Если так подумать. Ну не прям говно, но не сильно заходит. Видел ли я в предложке 3 игры? Наверное, нет. Я вроде вчера смотрел, но я не помню. Да, булетаем все-таки тут не заходит. Ну, по крайней мере, сейчас точно. Навык со старта. Определенно гений тактики. И он даже заточить, потому... Я типа мог бы взять адреналин, кто-то подумает, но адреналин на карту меньше добирает. А энергии у меня много. Просто булетаем еще ни разу не выпал, когда бы я проюзал все наборы в одном ходу. Если он в этом раскладе вылазит, то он полезен. Если нет, то как бы, ну, дерьмо. Да погнали, ладно, у меня куча сели. Бам. Бум. Ну, это, кстати, сейчас он зайдет. Пожалуй, да. Так, окей. Жаль. Я, вроде, уже говорил, но я бы посоветовал тебе группу Digi Mortal. На Wild Eyes, конечно, не похоже, но некоторые песни у них просто великолепны. Хорошо, я сейчас открыл документ. Ну, не документ, а блокнот. Записал туда название группы. Я попробую послушать пару песен, но если я наткнусь на неудачные и мне не вкатит, то я ничего не обещаю, конечно. То, что я вообще должен обещать, я должен просто послушать, да? Фак, как больно бьет. Ход плохой. Спасибо большое, Сережка, за 120 рублей я записал. Спасибо. Попробуем. Конечно, не будешь выкладывать МК-9. Не знаю, у меня синий экран смерти, когда я рендерю Mortal Kombat. Поэтому не уверен, что каждый день получится. Вообще, этот файт уже выигран. Прикольный билд. Он непонятно какой-то, но прикольный. Главное от проклятия избавиться, потому что он не сильно руинит. Они бы даже с куклой Ду сильно руинили, хотя урона было бы у меня безумно много. Эх, черт.
Эх, черт, если бы сейчас пришла сальто назад, была бы кульминация, но скажем спасибо проклятиям. О, фак, ты чё снова так бьешь больно? Не знаю, Рафтон, сколько буду стримить, и не знаю, почему так рано. Случайная атака. Стримка 10 будет, и сколько планируешь стримить? Да можно было бы допройти за сегодня. Там сюжетка короткая. Да, и у меня получается лучше играть. Ну, как мне кажется. После девятки... И с учетом того, что у меня часов 30-40 есть в 10-м Mortal Kombat. Типа попроще. Решил проблему с МК-10? Да непонятно. Я говорю, я обновил драйвера на видюху. Я запускаю МК через оптимизацию GeForce Experience. И вроде как я на тестовом стриме, ну, ощущал себя нормально. Я захилюсь, наверное, чтобы не рисковать. Чтобы не слить билд. Что-то может быть такого, прям, чтобы я хотел, а? Да ладно, давайте прочитаем. Окей, ладно. Нормально, талант бесплатно, неплохо. Давно я тут не Кунай. Был, после рейтинговых работ начались Кунай. Олимпиады, точку учителя говорят, я обязан сходить, точка, за что? Я бы с радостью взял Кунай, но у меня слишком много проклятий. Черт, Кунай. Но у меня, кстати, не так много атак, чтобы стакать его. У меня очень мало атак. Но он крутой. Дизнаток дело хорошая карта очень. Блин, знаток дело тоже тема. Фак, ладно. Но этот не был после рейтинговых работ. Начались Олимпиады. Учителя говорят, я обязан сходить. За что? Ну, может быть, тебе это как-нибудь потом окупится. Спасибо, Лео Лис Лио. За донат. Не отчаивайся, все будет хорошо. Слишком много всего, денег мало. Ладно, наверное, давай подеремся. Кто босс? Я не знаю, кто босс. Я просрал момент. Спасибо, Green Elephant, за 70 рублей. Спасибо большое. Я бы на самом деле вместо лопаты сжигания карт на костре. Это было бы идеально. Привет, Николай Павлов. Чё-то как-то вроде все хорошо, но я сундуки открываю из-за этого руини себе. Надо... Бляха! Ищи матрешка. И как игнорировать сундуки, скажите, а? Как? Мне еще и матрешку дали. Окей, лопата контрит сундуки, типа, да? Можно просто копать на кострах. И скипать элит даже. Но матрешка. Меня просто заставляет открывать сундуки. Блин, кукла Дуву как-нибудь спасла бы положение. Или кольцо безмолвное, которое плюс одну карту дает. Надо много чековать, но надо хилиться, потому что босс-файт. Автоматон, кстати, ок. Все по плану тоже ок. Прям очень ок. Все по плану это имба. А, странный мув сейчас, наверное, будет, но я юзаю прилив сил, на все схвачено. И добар не выпадает, жаль.
Поддержим кульминацию, да? Почему бы нет? Блин, хворь, конечно, прикольная, но я не могу ее разыграть прямо сейчас. И она еще и сжигается, фак. Есть ли пронзить? Я, кстати, никак не смогу разыграть кульминацию. Я доберу 6 карт. У меня останется одна карта внутри. А, держим кульминацию, окей. Скоро выходит МК-11, я только начал сюжетку Икса проходить. О, нет, я смогу, потому что он украл у меня карту. Вот это пох. Просто он украл у меня карту и помог мне этим. Вот это да. А, сюжетку я прохожу по второму разу. Я проходил ее. Отлично, все очень хорошо. Просто ГГ. Такое ГГ. Мы все по уши в дерьме. А, наверное, надо было как-то иначе это разыграть. Ладно, пофиг. Во время бега становится тяжело и больно дышать, я могу так побыть минут 10, а потом восстанавливаюсь. Раньше я задыхался и падал в обморок, ты у врача был, надеюсь. В таком случае. А можно как-то одну карту добрать? Вообще, на следующий ход смогу разыграть кульминацию, если сейчас ничего добирать не буду, вроде как. Смотрите. Так, я сбрасываю какой-нибудь шиф, например. Юзаю все схвачено, беру одну карту. Сбрасываю вот это и играю снова кульминацию. Чат! Все нормально, чат! Все хорошо! Вы там как? Я мог, наверное, урона не ловить на этот ход, если бы сейчас умнее разыграл. Нормально. У меня деформация ребер, мне 14, я высокий, из-за этого я горблюсь. Жесть какая. Привет, Суперван, да, планировал мартовку. Так, а почему тогда тебя с такими проблемами заставляют бегать? Неужели никакого освобождения нельзя получить? Или ты просто бежал куда-то, опаздывал, или чё, я не совсем понял. Я почему-то сразу просто физур представил, а может быть там не физре дело. Облик призрака. Кстати, не так плохо. Нажмите кнопку пропустить, давайте. Чат, пропустить, да? Пропустить? Чат, пропустить? Чат, пропустить, может быть, нажать кнопку, а? Пропустить, да? Чат, пропустить кнопку, да? Какой нахер чокер? Почему подать чокер, когда я разыгрываю сраную кульминацию? Это нечестно.
Это нечестно, это просто руинит весь забег. Говно. Справка прошла, так сходи к врачу, обнови. Это нечестно, я не согласен с этим. Слишком несправедливо. Пропусти свою жизнь. Еще одно такое высказывание, Юрий, я перестаю с вами общаться и баню вас навсегда. Навсегда. Охерительно просто! Я даже ход не успел начать, он уже прокнул. Сами играйте, твари. Козлы. Спасибо. Очень веселый забег. Классно поиграли. Спасибо, чат. Надеюсь, вы умрете. Объясняю, в чем проблема. На прошлом стриме мы играли в Slay the Spire. Если вы не помните, мы играем на каждом стриме в Slay the Spire. Начнем с этого. Короче, из-за того, что я запускал игру без Twitch мода, вне стрима, забег сломался, и он теперь не запускается под модами. Из-за этого даже иногда OBS крашится. Поэтому нам придется его доигрывать на вот таком вот вещмоде, без голосования за реликвии и за боссов. Но это не так критично, потому что за все реликвии, которые можно было, вы уже проголосовали. Вот, ну а боссы не знаю. Кто тут босс организовался? Пробужденный. Ну, как-то так. Как-то так. Спасибо, да, то, что оценили оформление чата. Поменял. Решил то, что уже давно пора на самом-то деле, но не мог придумать, что сделать. Потом смотрите, по сверху есть какая-то плашка, думаю, может быть из нее зафотошепить. Спасибо большое, Хэри Кейнет, за оформление саба и ЗНК тоже. За саб благодарю. Спасибо. В общем, в прошлый раз вы проголосовали за Чокер. Я рейджанул, но решил то, что все-таки стоит доиграть. Окей, нормально. Да вообще не так нормально, как я думал. Я думаю, можно ужас закинуть на взрывающегося монстра. Возможно, надо немного отодвинуть завихрение ленты, так как сообщение нижнее не видно в ленте, так в этом и суть. Это специально сделано. Типа, это сообщение прокручивается... А, нет, оно снизу идет. Но типа, это небольшая проблема. Можно сделать так, чтобы оно шло сверху, а не снизу. Но в целом, то, что оно перекрывает чат, это, ну, небольшая проблема. Я как бы и хотел, чтобы оно перекрывало. Уйма клинков, наверное, супер юзлис, потому что... Но это только лишняя карта, которую я буду разыгрывать. Ну ладно, окей. Классная энергия, конечно, стакается. Блях, и сколько можно энергию давать? Они, кстати, вообще меня ни разу не атаковали за этот файт. Разве они вообще не атакуют? Я просто не помню. Привет, ЗНК. По-моему, голосование... А, ну да. В чате голосование отображается снова ромбиками. Потому что это без модов забег. Ну, а что поделать? Так, ну про чекер вроде там уже ответили. Когда Лени исправит свой косяк, то просто скажи, что все-таки задумано. С лентой это не косяк. Я так изначально планировал то, что она будет часть чата перекрывать. Чем мне оправдываться перед... Ладно, не буду говорить плебеями, это слишком жестоко. Чем мне оправдываться? Я самодостаточно уверенный в себе человек.
Адреналин плох на самом-то деле. Проклятие, да, точно, проклятие. Даже не слабость, наверное, а хрупкость. Да, важнее, мне кажется. Улучшить все карты, я не смогу хилиться. Черт, это было бы супер в тему. Если бы, короче, у меня не было чокера, я бы 100 нахер процентов выбрал бы улучшить все карты. Это прям идеально бы усилило мою колоду. Но я не могу, не могу. У меня слишком мало добора. Нормально. Почему-то ждать 10 минут, чтобы писать на Твиче, чтобы всякие троллейбасеры не лечат. Вот так. Как все плохо. Как все ужасно. Камон. Ни одной защиты не пришло. Бляха, ну ладно, живем. Это будет трудно. Я немножко мисплейнул, я мог явно лучше разыграть, но ладно. Так, тоже сойдет. Да вообще, если я сейчас разыграю, кстати, не будет большой проблемой, но пока смысла нет. Что за книга Дамаски в артефактах? Она дает талант за ноль в начале боя. Я его очень жестко задебафал. Он ничего сделать не может. Если мне напомнить, я могу глянуть, можно ли сделать так, чтобы сообщение в этом чате шло сверху вниз, а не снизу вверх. Тогда будет зашибись выглядеть. Ну, типа, тогда будет идеально. Меня, в принципе, и так устраивает, только почему-то... Серый ник выглядит очень плохо как-то, да? Он прям сливается. Ну, короче, надо вот еще потыкать тему. Чокер, 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 чокер. Список пройденных игр не в группе ВКонтакте. Он под стримом на Твиче, там ссылка на таблицу. На Google. Crown Circle, кстати, неплох, наверное. Если я смогу его как-то реализовать. Была бы... карта, которая у дефекта... за X, дающая деф. Спасибо, Бомбрус. В группе тоже есть, но там просто линк на Google Doc. Там на Твиче, короче, где раздел с ссылками, или вроде как-то так. Pretels. Я пришел, у тебя уже чокер, это с прошлого забега, я решил его доиграть все-таки. После карточек. Еще одни карточки. Да не знаю. Я думал Sonic Adventure DX начать, но... Я сертификат раскачал, но не успел его поставить. Нужно было из дома выйти. Привет, Никич.
Вряд ли я буду это играть все равно. И дефа больше не пришла, да? Кошмар. Проклятие все портит, проклятие все портит. Все портит проклятие. Ту-ту-ту-ту. Соник и Дэк, затрахаешься с управлением на геймпаде, предупреждаю, почему. Что там не так с этим? Фак. Ладно. Чокер! Бэ! Сраный чокер. Что за ужас у меня с светом ника? Он же... Я не знаю, почему там некоторые ники... Стоп, стоп. А я, может быть, знаю, почему. Я понял, почему. Во! Точняк, все, я починил. Я просто накидывал прозрачный снейчат через хромакей и забыл отключить саму настройку хромакея. А вся энергия уйдет, если я проюзаю? Да, неважно, да, сколько я урона внесу ему. Так, с одной проблемой чата разобрались, потом можно будет посмотреть, реально ли сделать так, чтобы он сверху вниз шел. Так, смотрим за картами. Просто переходил DX и Heroes месяца два назад, у меня капитально поехали все бинды на геймпаде, вплоть до прыжка на кнопку влево и тому подобное. Может, это конкретно у тебя трабл был? Посмотрим. Нижнее сообщение в чате закрыто этой рваной лентой. Это специально! Отстаньте! Специальная лента! Специальная лента, которая призвана закрывать нижнее сообщение. Отстаньте! Я же не первый раз делаю такую стилизацию. Не первый раз. Не первый раз я закрываю часть чата. Это спешл. Лучше бы не стилизировал. Ха-ха, кто мне это говорит? Ха-ха, кто мне это говорит? Shadow Fiage говорит. Ха-ха-ха. Опасно, кстати. У меня только две карты осталось. Окей, делаем вот так. И вот... Бля! Да какого хрена? А почему так разыгралось? Сраный двойной коснав! Бляха, я ненавижу этот забег. Что за чат всратый? Чтоб ты сдох, Румарука. Давно хотел это тебе сказать. Как ужасно.
Это невозможно выиграть. Это невозможно выиграть. Ни единого шанса на победу.